покажу, спрятал туда, где она не лазит. Смотрите, сейчас пока они не спускаются, я вам покажу. Сейчас. Такая книжечка. Там, смотрите, эта книжечка. Вещица миленькая, правда? Будет ей вещица на память. Собрались мы, девчоночки, на выпускной. Я в строгом черном платье. У меня дочка тоже. Сегодня будем снимать вам влог. Будем? Всем привет, привет, Ютуб. Ждем парковочное место, когда освободится хоть что-то, чтобы поставить машину и пойти. Пойти веселиться. Веселиться. Готовимся, готовимся, готовимся. Ой, девчонки, переживаю я. Как будто замуж выдаю, представляете? Доча! Сейчас поедем отмечать, девчонки. Отмечать такое, такой момент. Нужно в жизни отмечать. Ой, студентка моя. Наш Казанский Приволжский федеральный императорский университет. Здесь учился Толстой, даже Ленин захаживал. Фоткается моя красотка. Расстегнись тогда. Так, я тебя фоткаю теперь, да? Так, девчоночки, едем в ресторанчик. У нас ужас, какой ветер. Так что я показываю пока себя в ресторане. Встретимся. Я надеюсь, что бронь наша сохранится. Смотрите, какая красивая елка. Ну вот ее в сад. Вот я. А я про сад, да? Смотрите, девчонки. Очень волнительно. Для родителей, наверное, больше волнительно, чем для детей. Если честно. Переворачиваемся на наши красивые улицы Казани. Здесь училась моя дочь. Казанский императорский. Такие у нас красивые дома. Это библиотека КФУ. Да, это императорский университет. Здесь очень много личностей знаменитых закончило этот университет. Кареты у нас ходят тут, ездят. Это наш Кремль, Кул-Шариф. У нас очень красивый город. Я очень люблю нашу Казань. Вообще Казань с большой историей. Красивый, чистый. Культурный, вкусный город. Приезжайте к нам. На экскурсии вы будете в восторге. Ну, мы давай в Кремль не будем заезжать. Давай. Это... красивые дома. Одеваться?
это мое любимое здание. Здесь так красиво, это музей. Молодец у меня. Их всего у нас на группу на 28 человек, 8 штук. Осторожно. Потише едь, девчонкам покажем. Пусть приезжают и смотрят, будет мотивация. Мотивация. Разглядеть получше. У нас тут каждая лепнинка. Да, у нас очень красивая есть. Ну, не есть даже, а очень много зданий красивых. Вы попадете, когда приедете к нам, вы попадете как будто бы в русскую Европу. Вот так вот как-то. С таким восточным таким тонким шиком. Вот. Даже как бы в ресторанчиках предусмотрено такое закрытие. Ты сидишь как бы на улице и в то же время и нет. Ветер не дует. Сегодня очень сильный ветер. Мабок. А, ну и хорошо, что пиццу взял. Так, вообще ничего. Если у нас мама блогер. Клади. А теперь вот это пускай напоминает тебе об окончании университета с красным дипломом. Ой, фигурочки, это я? Это ты. Только вверх давай. Подожди, самой же убираться. Да, вот, да. Нет, не кину. Растряси сначала. Только наверх, наверх, дочь, наверх. Давай. Она сама ведь вылезет. Давай, давай. Только наверх, в окно никому не это. Как бы в глаз не дала. Нет. Никому. Ой, слава. Ура! Давай-ка ее немножко. Да, папа, я с красным диплом!